Здравствуйте! В эфире кулинарная программа «В мире вкусного» и я ее ведущая Илона Ковалева. Сегодня мы приготовим с вами теплый салат с куриной печенью и очень интересной заправкой, самый знаменитый в Италии спагетти карбонара и очень вкусный домашний лимонад. Начнем с салата. Для его приготовления нам понадобятся салатные листья рукколы. Вы можете использовать любой другой салат. Выложим их сразу на тарелку. И куриная печень. Я ее предварительно порезала. Поджигаем сковороду на очень сильном огне. Выливаем туда оливковое масло. И выкладываем нашу печень. Она должна хорошо прожариться. Немножко делаем огонь потише. Я очень люблю готовить порционные салаты, потому что, во-первых, они готовятся достаточно быстро, а во-вторых, его можно подать как отдельное блюдо. И я очень люблю куриную печень. Мы, к сожалению, очень редко ее готовим, хотя из нее можно приготовить огромное количество интересных блюд. Это и печеночные оладья, и печеночные котлетки со сметаной. И можно ее потушить в горшочках, запечь с овощами. Мои подружки этот салат обожают. Потому что, во-первых, он низкокалорийный, он не содержит ни грамма майонеза. Его заправка будет очень интересная. Мы ее приготовим из бальзамического уксуса и варенья. Итак, наша печень готова. Вы заметили, что мы ее не солили, не перчили. Просто обжарили на оливковом масле. Сейчас мы выкладываем ее на листья салата. Печень, она очень полезная. Она полезна детям при малокровии и очень полезна курильщикам. Так, сковородку нашу мы возвращаем обратно на огонь. Добавляем еще немного оливкового масла, буквально несколько капель, чтобы освежить. И теперь кульминационный момент. У меня в руках варенье земляничное. Вы можете использовать любое другое варенье. Вишневое, малиновое. Оно должно быть жидкое и с кислинкой. Делаем огонь побольше и выливаем наше варенье в сковороду, где жарилась печень. И даем ему немножко слегка выпариться. Теперь нам понадобится бальзамический уксус. Он существует двух видов. Жидкий и густой. Я сегодня использую густой. Он более сладкий, у него более насыщенная консистенция. Этого уксуса, моего густого, нужно буквально несколько капель. Даем нашему соусу прокипеть, и он должен немножко выпариться. Можем увеличить огонь. Итак, наш соус готов. Слегка солим нашу печень морской солью. Совсем чуть-чуть. И добавляем немного черного свежемолотого перца. И поливаем нашим необычным сладким соусом. Итак, наш очень вкусный и быстрый в приготовлении, и главное, необычный салат готов. Приятного аппетита! Для приготовления теплого салата с куриной печенью вам понадобится листья салата рукколы 1 пучок, куриная печень 100 грамм, бальзамический уксус и варенье. Все мы любим макароны. Обычно мы их готовим с сыром или макароны по-флотски. Но сегодня я покажу, как готовится самая знаменитая в Италии паста – спагетти карбонара. Я поставила вариться свои спагетти, предварительно в кипящую воду налила столовую ложку оливкового масла, чтобы спагетти не слиплись. Существует множество видов приготовления итальянской пасты.
паста – одно из самых популярных блюд в мире. Такую славу этому продукту дает его долгая история, разнообразный вкус и, главное, легкость приготовления. Приготовить пасту по силам даже начинающим кулинарам. Простота приготовления делает пасту подходящим блюдом как для ежевечерней трапезы, так и для приема гостей. Главное, приготовьте вкусный соус, ведь именно он делает из обычных макарон пасту. Паста в Италии считается первым блюдом, его подают перед горячим вместо супа. А вообще макароны придумали вовсе не итальянцы, а китайцы. А в Италию их завез Марко Поло, за что благодарная страна даже хочет когда-нибудь поставить ему памятник. При этом пастой в Италии называют практически все мучные изделия, поскольку паста в переводе с итальянского значит «тесто». Вермишель, каннеллони, спагетти, фетучини, лазанья, фарфарелле – все это мелодичные итальянские слова обозначают разные виды пасты. Итак, наши макароны готовы. Очень важно их не приварить. Они должны быть, как говорят итальянцы, «альденте», значит на зубок, чуть-чуть недоваренные. Сейчас мы их сливаем и отставляем в сторону. Итак, наши макароны, наши спагетти готовы. Теперь мы пожарим бекон и приготовим соус. Ставим сковороду на огонь и разогреваем ее. Наливаем немножко оливкового масла. Берем наш бекон и режем его тонкими полосками. Если у вас нет бекона, вы можете использовать ветчину. Выкладываем наш бекон в сковороду. Он должен немножко поджариться. Но самое главное, не пережарьте его, потому что он готовится достаточно быстро. Пока поджаривается наш бекон, мы быстренько сделаем соус. Для соуса нам понадобится любой твердый сыр, я его натерла на терке. Конечно, в обычной пасте итальянской используется сыр пармезан, но так как он очень дорогой, мы можем использовать любой твердый сыр. Один желток. Перемешиваем желток с сыром. И добавляем очень жирные, у меня 33% сливки. Итак, наш соус готов. Мы берем наши спагетти и выкладываем их в сковородку с беконом. Наши макароны закладываем к нашему бекону. Слегка обжариваем. Убавляем огонь. И заливаем нашим соусом. И провариваем приблизительно 3-4 минуты. Пока наш спагетти готовится, мы нарезаем базилик. Итак, наш спагетти карбонара готово. Берем глубокую тарелку. И выкладываем наши спагетти на тарелку. Украшаем свежим базиликом. Самое знаменитое в Италии блюдо спагетти карбонара готово. Приятного аппетита! Для приготовления пасты карбонара вам понадобится спагетти 1 упаковка, 150 грамм бекона, жирные 33% сливки 100 мл, желток 1 яйца, 70 грамм сыра. Все мы знаем, что газированные сладкие напитки вредны для здоровья, но так иногда хочется попить что-нибудь сладенького и сильно газированного. Сегодня я покажу, как в домашних условиях приготовить очень вкусный лимонад. Для приготовления лимонада нам понадобится 1 апельсин, 1 лимон, половинка огурца, сахарный сироп, лед и сильно газированная вода, минеральная обычная.
этот лимонад, который я сегодня готовлю, отдаленно напоминает вкус из детства. Все мы помним такие замечательные напитки, как саяны, буратино, золотой ключик. Так, значит, сейчас мы порезали в произвольной форме апельсин и закладываем его в наш кувшин. То же самое мы делаем с лимоном. И выдавливаем из него сок. Затем мы берем наш огурец. Вы не удивляйтесь. И поверьте мне, что огурец придаст этому напитку очень свежий и необычный вкус. Так, достаточно. И тоже забрасываем наш кувшин. Добавляем немножко сахарного сиропа. Я не люблю в напитке добавлять сахар, потому что он не растворяется. А сахарный сироп я приготовила заранее. Одна часть сахара, одна часть воды. На огонь должно прокипеть, и сахарный сироп готов. Перемешаем. Сверху выкладываем лед. И заливаем газированной водой. Итак, наш лимонад готов. Очень вкусный, освежающий и полезный. Переливаем в стаканчик. Пожалуйста. Очень вкусно. Для приготовления лимонада вам понадобится 1 лимон, 1 апельсин, половинка огурца, сахарный сироп 100 мл и сильно газированная вода. А теперь давайте отправимся в святую святых любого ресторана «Кухню», где шеф-повар поведает нам свои кулинарные секреты. Здравствуйте! Сегодня я покажу, как легко и просто приготовить итальянский салат слоеный с курицей. Для этого нам понадобится листья салата латука, половинка авокадо, отварная курица, половинка помидора. Помидоры черри, майонез, кетчуп и коньяк. Для начала сделаем соус. Для этого нам понадобится майонез, кетчуп и коньяк. Для приготовления берем мисочку и венчик. Можно использовать ложку. В миску высыпаем майонез. Добавляем немного кетчупа. Добавляем немного коньяку. Берем венчик и перемешиваем до однородной массы. Также мы этот соус можем использовать к мясным, к рыбным, к креветкам, к бутербродам, сэндвичам. Так, берем листья латука. Шинкуем их соломкой. Кому нравится, могут порвать листья руками. Берем авокадо. Чистим авокадо. Авокадо желательно, чтобы было слегка мягким и хорошо отходила кожица. Режем авокадо тонкими ломтиками. Берем помидор и нарезаем его тоже ломтиками.
Затем берем приготовленную отварную курицу. Желательно грудка или кому что нравится. И режем ее тоже ломтиками. Вот, для пикантности мы можем добавить туда еще яблоко свежее. Тоже берем половинку, удаляем с нее сердцевину, семечки и внутренности. Кожу можем оставить и не удалять. И режем тоже ломтиками тоненькими. Займемся выкладкой салата в тарелку. Берем тарелку и начинаем выкладывать салат слоями. Для начала выложим листья салата лутка, предварительно, которые мы нарезали соломкой. Затем немного курицы добавим. Помидорки свежие, которые мы предварительно нарезали. Авокадо нарезанное. Яблочки. Польем немного соусом, который у нас предварительно был сделан. И повторим опять те же самые слои. Листики латука порезанные, отварная курочка порезанная. Помидорчики, авокадо оставшиеся у нас. И оставшиеся яблоки. Поливаем оставшимся соусом. Сверху присыпаем листиками латука. Вот. В завершении салата можно украсить его помидорками черри. Наш итальянский салат с курицей готов. Готовьте дома, экспериментируйте. Приятного вам аппетита! Сегодня мы приготовили с вами три замечательных блюда. Теплый салат с куриной печенью, знаменитые спагетти карбонара и очень вкусный и полезный домашний лимонад. Не бойтесь экспериментировать, готовьте вкусно, живите красиво и приятного аппетита!